Всем привет, с вами Родригес. Мы продолжаем исследовать, в общем, это запутанное дело. Встретиться с Трис у часовни Вечного Огня в порту около полуночи. Так, погнали сюда, давай, Геральт. Побежали. Вперед. Мы найдем Лютика или нет? Сколько можно уже его искать? У нас то одно, то другое появляется. Надеюсь, сейчас мы с Трис все-таки сможем это разгадать, эту загадку. Что здесь вообще происходит? Так, куда мне? Не понял. А, в полночь встретиться. Все, хорошо, понял. Давайте мотаем время. Встретимся с ней в полночь. Хорошо, что ты пришел. Послушай, присмотрелась я к казармам. Не нравится мне все это. В смысле, им не помешает ремонт? В смысле? Это настоящая крепость. Высокие стены, охрана у ворот, внутри полно людей. Мы не проберемся внутрь. Силой тоже ничего не сделаешь. Менге успеет сбежать. Так что ты предлагаешь? Возьми кандалы и надень на меня. Не время для таких игр. Ну-ка, давайте спросим. Трис, сейчас не время для таких игр и не место. Может, я тебя удивлю? Но кандалы служат не только для забавы. Подумай, если ты приведешь охотникам подлую Трис Меригольд, они не то что ворота откроют, они тебя еще и к самому Менге проведут. Исключено, это слишком опасно. На кону жизнь Лютика и Цири. Значит, стоит рискнуть. Ты правда хочешь этого? Ну хорошо же, что дальше, да. Могу тебе этого позволить? Приятно, что ты обо мне беспокоишься. Но я уже приняла решение. И не стану его менять. Хорошо, допустим, они проглотят наживку. Что дальше? Мы заходим, я приставляю Менге меч к горлу и спрашиваю, где Лютик? Не вариант. Менге гнида, но в одном ему нужно отдать должное. Смерти он не боится. Меня это всегда раздражало в фанатиках. Ничего, придется брать его хитростью. Какие будут предложения? Может, ты скажешь, что у тебя есть сведения о ложе? Или еще лучше, о самой Филиппе? Он ее ненавидит? Придумай что-нибудь. А как же казна? Если мы что-нибудь узнаем, то хорошо, а если нет? Я думал, тебе нужны деньги Дикстера, чтобы помочь чародеям. Это правда. Но золото можно добыть множеством способов. Это сейчас не самое важное. Постой. Я хочу тебя поблагодарить. Успокойся. На моем месте каждый бы... Нет, не каждый. Довольно. Чародейке краснеть не пристало. Мне все это по-прежнему не нравится, но что ж поделаешь. Пойдем. Геральт, помни, я сумею о себе позаботиться. О чем ты? Охотники. Они не будут обходиться со мной как с дамой. Но я выдержу. Я смогу потерпеть. Цири важнее всего. Поэтому что бы ни случилось... Просто делай свое дело. Этого я обещать не готов. Я прошу тебя. Хорошо? Да, хорошо. Чего надо? Я пришел за наградой. За что это? За чародейку. Не видишь, кого я вам привел? Это Трис Меригольд. Меригольд? Ну, проходи.
Оттирас, Трис Меригольд, ты перешел с утопцев на чародеек? За них больше платят. Так от них и вреда больше. Утопец самое большее, а рыбака за ляжки покусает. А они убивают королей, плетут заговоры, вызывают войны. И молоко у коров тоже из-за нас киснет. Шутки кончились, Меригольд. Раз и навсегда. В подвал ее! Так, я хочу говорить с Менги. Лапы прочь, в подвал ее. Лапы прочь. Что ты сказал? А я чувствовал, что ему нельзя доверять. Ведьмак, ведьма, все одно. На одном костре и закончат. Да ладно, подожди секунду. Я не то хотел. Так, давайте мы не будем вызывать войну сейчас, да? Так. Трис не сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тиль, а нейромантке, которая приняла. Что же они так резко-то отреагировали, да? Благодаря анейромантке Карине Тилли, ведьма... Оттира! За них... Так от них и вред... И молоко у коров. Шутки! В подвал ее! Так, диалог. Полегче, я отдам ее Менге и никому другому. Думаешь, мы не знаем, что делать с чародейкой? Пусти, ублюдок! Паршивый язык не подходит к такому прелестному личику. Придется вырвать. Так, у меня к Менге дело. Вы знаете чародеек, но не умеете их ловить. Ты ничего не будешь ей вырывать. Так. Вместо того, чтобы вырывать язык, лучше его развязать. И тогда можно узнать интересные вещи. Например? Например, где скрывается некая Филиппа Эйльхарт. Я тебя еще достану! Захлопни пасть, рыжая шлюха! Говори, где она! Я тебе, кажется, ясно сказал. Я буду говорить только с Менге. А Менге с такими не разговаривает. Тогда передавайте ему привет от меня и моей подружки Меригольд. Добро. Бери ее и иди за мной. Да никуда не отходи. Во, другое дело. Так, задание у нас продолжается. Это все-таки следует за предводителем охотников, за колдуньями. Окей. Берегитесь, ибо не знаете ни дня, ни часа. Да, серьезно здесь. Здесь мы разойдемся. Ты пойдешь к Менге, а Меригольд будет за стеной. Я ее не отдам, пока не получу. Не тебе тут ставить условия. Тирк, ты знаешь, что делать. Ничего не скажу. Ни тебе, ни ему. Гордая, да? Ну погоди, вырву тебе ногти, так запоешь по-другому. Ладно, берите ее, идет, но не пытайте ее, хватит притворяться. Ладно, берите ее. Ладно, забирайте ее, чтобы она нам не мешала, но трогать не смейте. А че это? Жалко ее стало? Нет, на кой хрен она мне? Только если не сговорюсь с Менге, продам ведьму кому другому. Не хочу, чтобы вы товар испортили. Вот же деловой. Получишь ты свои деньги, не волнуйся. А Меригольд получит, что заслужила. Без меня пыток не начинать. Ясно? Да. Без пыток. Что? Чары наводит. Выродок, взять его! Да ладно, опять не прокатило. Еще раз перезагрузимся. Не, прикольно, слушайте, вообще. Так.
Вот это было, да, сохранение, по-моему. Рис не сумела помочь Герд. Ага, интересно. Заметил, что я поколдовал. Хоть и колдовство наше прошло эффективно. Благодаря анейромантке Карине Тилли, ведь... Но на людях нельзя. Здесь мы разойдемся. Я давай. Не отдам. Не тебе тут... Ничего. Гордо. Так, идет, но не пытайте ее все-таки. Да, наверное, так же и ответим. А че это? Нет. Вот же... Получишь. Так, ладно, берите ее. Как хотите. Пойдем, ведьма. Покажу тебе, какие чары-мары можно навести обычными клещами. Жестко. А вот и Менге. Я сказал никого не впускать. Если только нет сведений о Филиппе Эйхард. А ведьмак говорит, что есть. Каждый может так сказать. Начнем с указательного. Лучше с безымянного. Сорока ворона кашку варила. О боже мой, ее пытают. Но не каждый приводит нам Трис Меригольд. Да, я уже слышу. Сейчас я к ней подойду. Но сперва поговорим. Садись. Выпей, ведьма. Так, я запрещаю вам пытать Трис. Ну что, скажем ему? Сначала скажи своим ребятам, чтобы не трогали Трис. И речи быть не может. Пусть эта сука воет от боли. Я пробовал похоронить. Выигрываем. Такой серии никогда еще не было, но мне интересно попробовать разные варианты. Почему сразу накал-то такой? Карине Тилли, ведьмак увидел... Дай. Давай еще раз попробуем. Нет настроения. Пей, ведьмак, или живым отсюда не выйдешь. Цидарийская. Урожай 1261 года. Год резни в Цинтре. Не вырывайся! Сорока ворона деток кормила. Курт, посмотри, почему госпожа Меригольд так... Осторожность никогда не помешает. Ты бы удивился, сколько моих собеседников превратились в вонючее заливное. Я не получил награды, а охотники пытают Трис. Я ношу серебряный меч на спине, другого пути нет. Ты еще не заплатил мне за ведьму, а охотники уже рвутся ее пытать. И что с того? Ты портишь товар, который тебе не принадлежит. Этому товар? Этому товар? Вот гад, а?
Успокойся. Со мной ты в накладе не останешься. За Меригольд я выплачу тебе двойную награду. Чем обязан такой щедрости? Но ведь ты отдаешь мне свою любовницу. Тебе полагается доплата за моральный ущерб. За золото я сделаю все, не зная, о чем ты. Трис первая передала меня, я передумал выпустить Трис. Так, я не знаю, о чем ты, может быть, спросить его. Или Трис первая предала меня. Ну, давай. Я не понимаю, о чем ты. Ты меня недооцениваешь. Я знаю Меригольд все, на чем она специализируется. Чего боится, с кем в ссоре, с кем спит. С самого начала у меня было впечатление, что это провокация. А твоя бездарная ложь только подтвердила мои подозрения. Да ладно! Стража! Ко мне! Короче, что за дела? Вообще можно... Трис не сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тиль. Как здесь опасно-то, а? Которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря анейромантке Карине Тиль, ведьмак увидел... Яск есть каждый... Значит, Саро! Дай! Выпей! Цидарийская. Урожай 1200. Не вырыло. Так, вот. Мотаем дальше. Раз уж мы сразу видно, что имей осторожность никогда. Я ношу на спине серебряный меч. Это ничего не доказывает. Доплеры могут превращать свое тело в материал, который напоминает серебро на вид и на ощупь. Но это не серебро. Вижу, в вопросе доплеров ты эксперт. Уж кто-кто, а ведьмак должен понимать, что надо знать своего врага. Этому дала. Этому дала. Ну, перейдем к делу. За Меригольд я выплачу тебе двойную награду. Чем обязан такой щедрости? Ну ведь ты отдаешь мне свою любовницу. Тебе полагается доплата за моральный ущерб. Да, я спал, Стрис. Но какое это имеет значение, если ты даешь за нее золото? Ну да. А я и забыл, что мутации отнимают у ведьмаков чувства. Нет! Хватит! Я не могу! Крепись, девочка моя! Это последний палец, и мы возьмемся за вторую руку. Этому дала... Укусила меня, сука! Тогда мы наденем на суку обруч из двенелина. Это ее успокоит. Ты удивил меня, Геральт. Быть может, мы еще договоримся? Возможно, ты знаешь что-то о Филиппе. Но догадываюсь, что не поделишься этим задаром. Чего ты хочешь взамен? Так, освободи моего приятеля Лютика, я ищу некую казну. Ну что сказать-то? Это просто. Выпусти Лютика. Барт дегенерат за сведения о Филиппе. Заманчивое предложение, нечего сказать. Но я должен его отвергнуть. Видишь ли, я уже запланировал для Лютика показательную казнь в Оксенфурте. Колесовать, содрать кожу и так далее. Это должно несколько успокоить горожан. И когда будет иметь место это успокоительное зрелище? Когда я лично отдам такой приказ. До тех пор Лютик останется в каземате под храмом Вечного Огня.
Так что, боюсь, ничем не могу помочь. Но, может, мы сумеем договориться? Только сначала заглянем к Меригольд. А то там стало как-то подозрительно тихо. Пойдем. Так, ты поспешила, это точно. Я должен заняться тобой. Нет нужды. Я в порядке. По крайней мере, ничего серьезного. До свадьбы заживет. Прости, что не вытащил тебя раньше. Не извиняйся. Я знала, на что подписываюсь. Ты немного поспешила. В чем дело? Менге сказал, что держит Лютика на храмовом острове, в казематах, под самым святилищем. Он собирался его казнить в Оксенфурте. И что его выпустят из-за решетки только по приказу Менге, отданному лично. Холера. Прости, Геральт. Я должна была подумать, но как его увидела, то... Что случилось? Что случилось? Ты должна оправдываться? Ты не должна, вернее, оправдываться. Что случилось, того не изменить. Он бы все равно не стал нам помогать. Даже если... Знаю. И хватит об этом. Надо решить, что делать дальше. Лютик пока что в безопасности. И вне досягаемости. С храмового острова его не вытащишь. Это невозможно. А Менге, надо полагать, больше не отдаст приказа, чтобы его оттуда перевели. Про казну не спросили, вот что. У нас был вариант либо про Лютика, либо про казну. Я выбрал Лютика. Ну ладно, может попробуем некромантию. Менге сжег какую-то бумагу. Менге сжег какую-то бумагу перед тем, как мы вошли. Может, там было что-то полезное? Впрочем, мы этого не узнаем. Ты не можешь восстановить это письмо? К сожалению. Я чародейка, а не чудотворец. Ты могла бы его оживить? Может быть. Если бы занималась черной магией. Но так низко я еще не пала. Обыщем его. Верно. Может, у него при себе что-то полезное. В кармане у него ключ от двери. На, возьми. За пазухой. Ничего. Но... погоди. Что-то в подкладке. Ну? Ключик от сейфа. Возьми. Передай Дикстре с приветом от меня. Сплошные тупики. Но ничего. Надо как-то обходиться тем, что есть. Может, все-таки удастся отбить Лютика? Может, все-таки попробуем отбить Лютика силой? Геральт, ты меня знаешь. Я всегда стараюсь найти решение. Я так просто не сдаюсь. Но здесь я не сомневаюсь. Это невозможно. Никто не бежал из тюрьмы под храмом. Сама пробовала. Незадолго до того, как ты сюда приехал. И чуть не поплатилась за это жизнью. Лютика мог бы вытащить из тюрьмы только Менге. Да. Или кто-то, кто выглядит, как он. Доплер? Верно.
Надеюсь. Послушай, я хотела еще кое о чем с тобой поговорить. Только не здесь и точно не сейчас. Приходи ко мне, когда сможешь. А теперь, прошу тебя, уйдем отсюда. Нас будут здесь искать. Так, выбраться из штаба охотников за колдуньями. Все-таки она поторопилась. Зря Менгеля сразу убила. Так, выбраться из штаба, выбраться незамеченными из резиденции охотников. Вот даже отдельное задание. Выбраться незамеченными. Я не знаю, как это у нас получится. Сапфировая пыль. Ух ты. Здесь прям такие ингредиенты хорошие. Так, посмотрим, что там делают. Здесь комната пыток. Все-таки руку ей разворотили. Нашей помощнице. Но надо ничего. Уходить другим путем. Или придется драться. Геральт, вернись. Ага. Пойдем сюда. Хорошо. Что-то ценное, может быть, я все-таки найду. Так, кукла, куклу нам не надо. Это что? Поэтический сборник. Я не знаю, может, они потом когда-нибудь пригодятся. Эти книжки. Здесь что? Что такое? Ко мне! Ага, нет. Стоять! Трис не сумела помочь Герду, но направила его к Карине. Стоять, стоять! Я не думал, что туда нельзя выходить. Благодаря анейромантке Карине Тилли. Так, пойдемте тихонечко сейчас мы. Что, уходим потихоньку? Что ты стоишь-то здесь, а? Во! Вот и все. Здесь мы разделимся. Но сначала надо будет пустить этот сарай по ветру. Верно. Мы оставили здесь слишком много следов. Да. А кроме того, мне надо выпустить пар. Прежде всего, тебе лицо надо вытереть. Что она делает, а? Ты что делаешь? Она все сжигает. Круто. Ну хватит. Я убираюсь отсюда немедленно. И тебе советую сделать то же самое. Ага. Только не через телепорт. Пока, Трис. Погоди, а как я-то? Куда мне идти? Ну, подруга-то, а? Как ты быстро все сделала. Мне кажется, мне как-то надо вот так, да? Спрыгнуть сюда. Рассказать Дикстере о том, что стало известно. Ну что ж, мы убили Менге. Опа.
Что это такое? Ну-ка. Эй, там! Господин Ройвен просит на пару слов. Вот же нетерпеливый сучий сын. Что? Ничего, я скоро буду. Кого я вижу? Геральт из Ривии. Ты перестанешь за мной шляться? Да, как только ты скажешь, где моя казна. Мы с Менге не сговорились. Совсем? Совсем. Это объясняет пожар в казармах. Надеюсь, моя казна не пылает вместе с охотниками. Я ее не видел. А 20 тонн золота все-таки сложно проглядеть. Значит, ты пришел ко мне с пустыми руками. Во-первых, это ты ко мне пришел, а во-вторых, кое-что в руках у меня есть. Ключ от сейфа. Я нашел его у Менги. А искать сейф ты предлагаешь мне? Это будет непросто. Но что же делать? Ты и так неплохо поработал. Это все? Никакой срочной, сочной морали, шуточки? Как же награда? Похвалы можешь оставить при себе. Меня интересует награда. Геральт, все ведьмаки такие бесстыжие, или только ты? Что ты имеешь в виду? Ты меня обманул. Снова. Что? Ты с самого начала знал, кто вынес мою казну, но не захотел любезно поделиться своими соображениями. Как ты узнал? Теперь я задаю вопросы. Неправда. Это была констатация факта. Дикстра, на меня не производят впечатления эти твои пафосные реплики. Давай разговаривать, как взрослые люди. Геральт, надо бы приказать, чтобы тебя удушили, но я... люблю тебя, сукин ты сын. Я тоже тебя люблю. Граф, ты несчастный. Слушай, коль скоро мы открыли карты, как ты меня раскусил? Я с самого начала знал, что ты что-то задумал. Ты не торговался за вознаграждение. А потом, когда я по своим каналам узнал, что в доме марграфа Хенкеля видели Лютика, у меня все сложилось в одно целое. Ну хорошо, пора свести счеты. Это угроза? Напротив, ты мне помог. Так что тебе полагается награда. Несмотря ни на что. Не трать время. Я уже знаю, что с Лютиком. Тогда возьми деньги. Свои долги я всегда отдаю. Даже лжецам. А под конец нижайшая просьба. Никогда больше не пытайся меня обманывать. Никогда. Качнулись еще разочек. Так, у нас новый уровень, друзья. Давайте посмотрим, что мы можем. Ну, что мы можем прокачать? У нас, значит, взрывной щит на полный, обман на полный. Жертва ненадолго превращается в союзника, наносит 20% урона. Больше урона, вернее, так, хорошо. А это что у нас? Поддержка щита высасывает теперь на 50% меньше энергии. Расход энергии при блокировке остается прежним. Урон поглощения щитом восстанавливается очки. Так. Ладно. Я даже не знаю, что нам выбрать, что можно еще. Дальнобойный арт? Нет. Прокачаем силовую. Так, отлично. Ну что, с Дикстрой мы, по-моему, разобрались. Вопрос жизни и смерти. Новое задание у нас появилось. Поговорить с Присциллой. В итоге мы сейчас отправимся с ней, побеседуем. И где она у нас, а? Находится. Да, запутанная история. Я вообще не ожидал, что мы... что Менги грохнем так быстро. ...пообщаться еще подольше. Я...
не стал уже перезагружаться и пробовать вариант за... за то, чтобы спросить у него про казну. Я надеюсь, вы напишите в комментариях, если бы... Здравствуй, бродяга. Мы бы спросили у него про казну, что бы он нам ответил. Сказал бы, где она. Русалки на сиськи! Да из тебя попросили! Ой, люди! Я так понимаю, мы еще будем Лютика спасать. Это все нужно будет сделать достаточно грамотно, чтобы он еще остался жив. Здесь еще куча заданий встречается мне на пути. Так, что там? Я думал, там какое-то сражение будет. Нет. Так, тут без перерыва идет веселье. Нам нужно куда-нибудь наверх. Ты меня подпоить хочешь? Крутая таверна. Че такое? Я думал, плохо кому-то. Так, я че не туда пришел? Надо было ниже. Хорошо. Нет, сука, справедливости. А, вот сюда нужно где-то было, да? Сюда, сюда, точно, точно. Присыла. Геральт. Я знаю, где Лютик. Где? В подземельях Храмового острова. Дурная шутка. Я не шучу. Ну не волнуйся, Трис придумала, как его вытащить. Нам нужно только найти Дуду. Значит, тебе надо найти Дуду, чтобы найти Лютика, чтобы найти Цири? Похоже, тебе предстоит страшно много поисков. Желаю удачи. У меня нет выбора. Я должен встретиться с ублюдком-младшим. Может, он что-нибудь знает. Угу. Как ты познакомилась с Лютиком? Мы, по-моему, уже на спрашивали, да? На турнире в Эландере. Конечно, я и раньше слышала о мастере Лютике. И, разумеется, сперва он показался мне надутым, самовлюбленным фанфароном. Только сперва? Я изменила мнение, когда он подошел меня поздравить. Я не думала, что он будет так любезен после поражения. Лютик может раздражать. Но бывают минуты, когда я понимаю... что он умеет быть честным и благородным. Если бы не это, я бы с ним, наверное, не выдержала. Понимаю. До свидания. Так, пойдемте отсюда. Найти корабль, идущий на Скеллиге. Нет, это задание нам пока не надо. Или подождите. А, вот, отправиться на ринг. Отправиться на ринг младшего... ублюдка-младшего. Отыскать казино. Найти укрытие. Благодаря сведениям, добытым у присылы, Геральт знал, что мы с Цири заключили договор с ублюдком-младшим, членом Большой Четверки группы воротил Новиградского преступного мира. Казалось, нет ничего проще, чтобы найти ублюдка, поговорить с ним и разузнать у него, где меня искать. Но в те времена в Новиграде ничего не получалось просто. Окей. Осторожно, дамочка. Привет. Барда, ну-ка, на сцену можно выйти, нет? Нет. Нельзя. Нет, Геральт не будет петь сегодня. Пойдемте отсюда. Все бухают. Жесть какая-то. Так, здесь зайти сюда нельзя, да, открыть? Нужен ключ. Ну хорошо, идем дальше. Отправиться на ринг
Давайте посмотрим, куда мы можем еще зайти. У нас еще получается 3 места, да? Куда мы можем двинуться. Отыскать казино, принадлежащее ублюдку. Отправиться на ринг. На ринг ублюдка-младшего. И найти укрытие ублюдка-младшего. Давайте начнем вот с этого, да? Отыскать казино. Нет, казино. Вот это вот. Все, идем туда. Еще один будет у нас, значит, авторитет, которого нужно будет, с которым нужно будет пообщаться, и через него, я надеюсь, мы узнаем, что с казной. Решим этот вопрос, и с Лютиком тоже раскроются какие-то у нас, возможно, секреты. Ничто не причиняет. Так, вот мы и пришли. Страдаю от бед. Здесь таким, как ты, не место. Хо-хо. Сразу видно, зэки стоят. Ребятки. Привратник. Чего тебе тут надо? Того же, что и всем. Поиграть, повеселиться. Вход только по приглашениям. Ага. Можем договориться. Я войду, если надо, через ваши трупы. Так, вот мое приглашение. Думаю, ты меня все-таки впустишь. Если я сейчас колдану, по-любому второй человек скажет... Ну, давайте посмотрим. А я думаю, ты меня все-таки пропустишь. Или двоих сразу. Проходите. Добро пожаловать. А ты пожелай мне удачи. Удачи вам в игре. Во! Сработало! Сыграть в карты с гостями казино. Мне бы это кто такой? Сыграть. Я здесь каждый день бываю. У тебя его никогда не видел. Ставлю доп. Идет. Можно? Почему нет? Так, я ищу хозяина. Хозяин на месте? Мне с ним надо кое-что обсудить. Слушаю. Я хочу поговорить с ублюдком-младшим, а не с тобой. Эй, Берни! Мыльный! Вот этот ищет шефа! Вы что делать знаете? Чё, валим, что ли, да? Умри, казино! Держитесь вместе! Давай! Нифига себе народу здесь, а! Стоять! Твою мать! Не знаю, хорошо это или нет, что я делаю. Двоих мы уже рубанули. Уходим. Все-таки это бандиты, что с ними возиться. Уходим. Есть! Пополам, гада. Победить громил ублюдка. Почему мы не стали с ними играть ничего? В какие карты? Как говорится, не умеешь играть в карты, не играй. Говорят так. Рекомендует, в общем. Не умеешь играть, не садись. Не надо. А то проиграешь. А в карты проигрывать лучше не проигрывать никогда. Так, расходная книга, что здесь такое? Расходы 38 тысяч, содержание прислуги, пятерочка, организационные расходы 3 тысячи. А, что тут, конец без права продления. Ну, в общем, понятно, Патрик, предупреждение отправлено, значит, процедура взыскания долга. Хорошо. Надо нам забежать и продать все барахло. А то у нас уже накопилось его порядочно. Всякой еды ненужной. В общем, очень много.
Давайте поднимемся наверх, по-моему, там наверху еще ребята нас ждут. О, хорошо. Пойдем дальше. Оба, меч у нас сломался. Это зря. Это плохо. Я не заметил сразу. Так. Давайте починим. Так, это не то. Сколько? Ага, хорошо. Все, починили. Отлично, двоим прям. О, красиво, красиво. О, ремонтный набор. Да, заведение жесткое. Надо экшена, а то слишком много диалогов тоже. Иногда становится как-то скучновато. О-хо-хо! Стоять, Гераль, ты что, меч-то вытащи, ты что делаешь? И как вы, блядь, не научитесь? Ничего себе. Грубо. Эй, убивай! Отличный удар. Эти ребятки-то получше одеты. Серебро. Меч. Чё лучше? Ага, шанс вызвать заморозку. Мне кажется, он лучше. Если туда дополнить, сейчас мы добьем туда камешки, досыпем. И он что у нас? Ну, немножко не новый, да? Так, заменим реликтовая вещь. Накидаем туда мощь Аксия, может быть, что-то еще. Так, 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 так. Нет. Так, это камень. Сила атаки 2% и... А это у нас вещи, да. Кстати, вещи тоже можно затарить. Вот так. Что-то совсем забыл. Про наши шмотки. Идем дальше. Нашли реликтовый меч. Это здорово. Избили до полусмерти. Эй, ты слышишь меня? Ты живой? Не добивай. И в мыслях не было. Ты кто? Я слышал крики внизу. Уже все в порядке. Ты мне поможешь? Как тебя зовут? Рико. Рико Майерсдорф. Что ты здесь делаешь? А ты как думаешь? Сижу вот. Ну ладно, не буду умничать. Они решили, что я шпион Бедлама. Вот и схватили.
А ты шпион? Ну, вроде как. И чего ж ты вроде как вызнал? Ублюдок снюхался с реданцами. Не знаю точно, в чем там дело, но дружится он с ними. Больше я ничего не знаю. Я тебе не доверяю. Я сказал тебе все, что знал. Клянусь. Пока останешься здесь. Нет, пожалуйста. Подумай еще. Еще не поздно, слышишь? Интересно, а Дикстра знает, что младший сговорился с реданцами? Угу. Так, что-то я ему тоже не доверяю. Он вообще мало нам информации сказал. Надо... Кто такой вообще этот тип? Какой-то шпион. Че, может, еще с ним поговорим? Все-таки жалко, что его здесь оставлять-то, а? Ты передумал? Береги себя. Спасибо. Я затаюсь, пока все не кончится. Скажу бедламу, что ты мне помог. Загляни к нему, он наверняка тебя отблагодарит. Втопил, как он быстро, а? Хорошо. Так, идем дальше. Разнесли мы таверну в клочья. Что еще тут можно взять? Ну все, наверное. А, вон там мешочек еще какой-то. Шелк спрятали они, а? От Геральда. Ну что ж, идем дальше. Куда нас дальше судьба поведет, а? Отправимся мы, наверное, на ринг. Или сюда. Поговорить с Дикстрой, связи Блюдка с младшими реданцами. Так, с реданцами. Ну, наверное, знаете что? Можно отправиться поговорить с Дикстрой, да? Сыграть в карты с гостями в казино. Ну, можно было это сделать, но я не стал. Так, найти укрытие ублюдка, поговорить с Дикстрой. Давайте с Дикстрой. Бедности. Че, если женщина в воздухе зависла, что ли? Йок. Ха-ха-ха. Да, замешаны здесь многие люди в этом деле. Многие серьезные люди. Подозрительно ты выглядишь, приблуда. Так, куда это? Мне вниз надо было, да? Идти, нет? Ну точно, Дикстра-то у нас же в баньках виснет. Он сейчас в своей бане. В своей сауне. Очередной приблуда из тебя. Да. Очень здесь, конечно, все запутано. Мы будем говорить с Дикстрой в следующей серии, друзья. Ну а с вами был Родригес. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вам желаю хорошего настроения. До новых встреч. Всем пока-пока.